ДТП на трассе в Челябинской области. Камера видеорегистратора зафиксировала момент столкновения фуры с тремя автомобилями. На кадрах видно, как водитель грузовика на приличной скорости едет по трассе. И, видимо, перед ним затормозил ВАЗ 14-й модели, чтобы повернуть налево. Возможно, водитель отечественной легковушки поздно включил поворотник, либо дальнобойщик отвлекся от управления. Водитель большегруза пытался уйти от столкновения и вывернул руль вправо. Но прицеп потащило в бок, и он столкнулся с припаркованным на обочине газелями. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.